Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарна Дайам Гопижано Самаюктам Биндавана Манохарам Ванша-калпатарувасья кипасиндвеваша Патитанам павуне-бхавайшнабе-бхё намо-намаха Мукам кароти-вачалам пангунг-ланг-хайтигирим Ят-кипатам-аханг-банде-парамананда-мадавам Бриндавай-тулси-деввай-пиявай-кесавасача Сна-бхакти-паде-деви-сатва-ваттвай-намо-намаха Нараяна-намаскритта-наранчайва-нараттама Девинг-сарасватинг-вясам-тату-жайо-мудея Саңкиртане-кришна-катхопадеше Гаурия-патрасья-пракасанеча Садану-ракта-гуру-бхакти-юкта Бхакти Прамодакха Джагод Бхарана Дхейям Сада Парибхавагна Мавишчадухам Тетхас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхавадипотам Банде Махапурушате Чарана Равиндам Ят-пад-паллаванака-чандамани-чатая Виспуриджи-такима-пигапа-вадушва-дарши Пурна-нурагра-сасагра-сар-мурти Сарадхи-камай-кадам-кипам-караси Шри-кишна-чайтанна-прабху-нитта-ананда Сиаддайта-гада-дхар-сива-садихи-гаура-бхакта-винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Сансара синду уттаране хидаям ядисад Санкитанам ритарасе рамуте маносчет Премам будху бихаране ядичитта бити Чайтанна чанда чаране курутану рагам Чайтанна чанда чаране курутану рагам Гаурия Гоштхипати Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Бхупа Джаничен যে মুহূর্তে আমাদের কোনো রক্ষাকর্তা থাকবে না আমাদের পারসেপ্টর থাকবে না а тот самый момент когда мы оказываемся без защиты нашего хранителя то же самое момент множество врагов приходят чтобы атаковать нас гуру вайшнавер дарай амра рокхито хоте пари и но мы можем всегда быть защищены по милости вайшнавов. В обычной жизни мы защищены социально, у нас есть как бы, счет в банке и так далее, это социальная защита. Но если мы лишены гуру, защиты гуру и вайшнавов, то в той же степени мы находимся в незащищенном положении.
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада дает нам понять, что милость Господа, также Его вечных спутников, непосредственно милость Бхагавана никакая джива не может получить, находясь в состоянии бахирмукхаты, отвернутости от служения Господа. Только Шри Гуру и Вайшнавы под их защитой мы можем надеяться на милость Бхагавана. Есть одна шлока в Шримад Бхагаватам. Харихи ниргуно шакшат пурушо пракете парехи. Это шлоки Шукадева Госвами Гуру. Там сарвадик упрдошта, там бхаджана ниргуно бхаве. Харихи ниргуно шакшат пурушо пракете парехи. Са сарвадик упрдошта, там бхаджана ниргуно бхаве. Ниргун бхумика на геле поре. То есть тот, кто не достиг положения Ниргуни, не поднялся над уровнем природы, тот не может считаться по-настоящему совершающим бхакти. Но достижение положения Ниргуны – это не просто слова, то есть это достаточно сложное достижение. Ниргуна аваста называется возвышение над гунами природы. Это то явление, то состояние, которое не затронуто никакими волнами материального мира, такими эмоциями, как вожделение, гнев, и в таком состоянии, то есть не достигнув состояния ниргуны, невозможно совершать баджан. Ну, если сказать, практически невозможно. Вот, и только по милости Гуру Вайшнава мы можем взять курс, то есть получить правильное направление, в котором можем двигаться к тому положению, где мы можем совершать баджан. И до тех пор, пока мы по-настоящему не вовлечены, не заняты служением Шри Гуру и Вайшнавам, то есть мы не можем достичь нишки, то есть прочного, стабильного положения в своем служении. Анджаса переводится как очень легко, без труда. И это легко происходит, достижение ниргуна аваски, положение ниргуна, когда мы заняты служением гуру. Но гуру подразумевает садгуру, настоящий гуру. А тех, кто называет себя гуру, делает работу гуру, но находится сам еще в рабстве материи, он не может спасти того желающего достичь положения ниргуны. Если получается проблема не решается, если мы хотим совершать служение Бхагавану, но при этом
совершаем, то есть мы не можем выйти на уровень Ниргуны, непосредственно пытаясь служить Богам. Но если Гуру находится тоже в гунах природы, то мы также не можем выйти в состояние Ниргуны. Поэтому необходимо в истинном духовном учителе непреложно. Гуру называют Динабандху, то есть Друхпадша, Патита Павана. Махарадж говорит пример, что если спросить Сурьядева, видел ли он когда-нибудь тьму, он, конечно, скажет, никогда такого явления, как тьма, я не знаю, что это такое. И Бхагаван Шри Кришна на том уровне, на котором он находится, из того положения, с точки зрения духовного мира, как таковой Итамагуны не существует. Махарадж цитирует первый стих Шримад-Бхагаватам, где говорится о винимае, то есть вьетакарибхьям. Это Чатушлока Шримад-Бхагаватам. То есть Кришна в этом стихе говорит Господу Браме, что во всех жизненных ситуациях, во всех обстоятельствах ты должен видеть связь со мной. То есть майя, она не существует сама по себе. То есть это такие как бы внешние... внешние волны, не задевающие реальных событий. То есть, там где-то умер чей-то сын, еще что-то произошло. И в шестой песне Бхагавата Ангира Риши Нарада Муни, когда они пришли к Читракету Махараджу, и он сокрушался о смерти своего сына, а также можно вспомнить Шива Сатакура, который тоже, у которого сын ушел во время киртана Господа. Тогда все женщины оплакивали умершего сына. Ну и в этой связи видно, что никакая гуна не может быть причастна к духовным событиям. То есть эмоции этого мира, они приходящие, они поверхностные. То, что происходит на духовном уровне, оно вечно и полно вечного существа и блаженства. Как мы можем утешить кого-то в этом мире, у кого-то случилось горе? Но это происходит на уровне... как покрытие майя, да? Как жива, она отвернута от Кришны, то есть она будет вовлечена в переживание этих материальных эмоций, мирских эмоций. Это все находится в сфере трех гун раджа, тама и сатвады. И Господь, Он посылает своих преданных через различные шакти, через свои пракаши, аватары. И Адвайта Ачарья в этой связи, один из этих посланников, его называют Ачарья. Почему? Потому что своим поведением, своими поступками показывают эталонное поведение, путь.
то, что показывает путь, это Ачарья. Сампурно, своим примером. Парипурно бекха дия жай. То есть он исполнен значимость его жизни, исполнен значимость для последователей принципов. Он их может в полной мере донести и объяснить другим. Всегда мы видим, что Бхагаван приходит и устанавливает стандарт, да, то есть он устанавливает дхарму. Но что с того нам? Мы как бы как мы можем взаимодействовать с этим? Тут, Господь показывает, что величие своего преданного. То есть если кто-то не поклонился Нитянанде Прабху, Махапрабху был очень недоволен. Он много раз подтверждал, что нужно сперва кланяться Нитянанде Прабху. То есть он указывал, что его преданный, его гуру, это гуру. То есть есть определенный этикет, определенная иерархия. То есть Чива, ученик должен выражать сперва почтение Шри Гуру. Он не может гуру прийти к Бхагавану. Еще вы говорите, а Кришна, если такая ситуация, если вдруг Махараджи говорит, что если такая вдруг ситуация возникает, что এই জড়জগতে যে তমগুণ রজোগুণের কোনো খবর তিনি রাখেন না কথা ঠিকই কিন্তু তিনি তৎপ্রকাশ প্রথম প্রকাশ বিগ্রহ নিত্যানন্দ বলরাম то что Господь не связан никак с гунами, это само собой разумеется. Его первое проявление – это Баладев Нитянанда Прабху. А также Адвайта Ачарья. Адвайта Ачарья является самим Господом Ишвара. И нет никакой разницы между Махавишну и ним. Махавишну из пор его кожи исходят. Из каждой поры исходит Вселенная. То есть это Махарадж Сутира Брахма Санхита. Говинда Мади Пурушам Тамахам Баями Джар Кала. Кала – это Махавишну, это Махавишну, это часть, полная часть, то есть это кала, это сам непосредственно Сварамрупа Бхагавана, его многоступенчатый аватар. Единственное различие, как говорит Господь Кришна Бхагавадгите, когда у него возникает желание творить, то есть нимитта упадана. То есть это материальная причина.
Там не слышно. Не слышно. Вы это его. Не слышу. А, себе? Когда Бхагаван хочет снизойти в этот мир, то он, естественно, посылает перед собой свои шакти, свои проявления, свою дхаму. Много есть шлок в Шримад Бхагаватам. Очень много времени требуется, чтобы объяснить эту шлоку. Когда Бадхаджива разрывает свои отношения с Ананта Девой. Даже если не существует как бы возможности разорвать эти отношения, но все-таки это происходит. Это как бы отношения, явления о прокрытом мире, и мы не можем их понять до конца своим разумом. И все-таки, когда Бадхаджива теряет или рвет свои отношения с Анантадевом, в тот момент сразу же ситуация меняется на неблагоприятную для Дживы. Если кто-то делает закладку дома или мандира, обязательно делается Ананта-дева пуджа. То есть всегда, будь то какой-то фестиваль, какой-то function, да, то есть всегда первым идет призывание Ананта-дева, Ананта-пуджа. Махарадж говорит, что дживы, бахирмукха дживы, даже как бы принимают на себя символы вайшнавов, все равно могут продолжать основываться в этой противиться служению Господа. То есть и Адвайта Ачарья, он как раз был в этом окружении, находился. То есть никто не хотел, по сути, служить Кришне, но все имитировали какую-то религиозность. Ну и поскольку Махавишну Джагат-карта Адвайта Ачарья не был обычной личностью, он был Вишну-тата. И может возникнуть вопрос, покажите мне какое-нибудь явление или какую-то личность, которая бы не изошла из Махавишну, поскольку из Махавишну исходят все вселенные, все брахманды, то есть это все материальные явления со всеми, как сказать, со всем спектром благости и греха, да, все исходит также из Махавишну.
будь то что-то похвальное, да, или что-то ужасное, да, все это исходит из одного источника. И следующий вопрос возникает, если Махавишна находится на уровне Чинмая, то есть трансцендентном, на уровне Вайкунхи. И другой вопрос может противоположный возникнуть, если все они приходят в материальный мир, да, то есть Адвайта Ачарья, все спутники Господа. Они как бы не понимают проблем, ну, это как бы Пурвапакша, то есть они говорят, если это так, то им не до нас, они не знают наших проблем, они не знают наших страданий, поэтому как бы что, как они могут нас спасти? Другая какая-то крайность. Мы возвращаемся к первому утверждению, что Шрила Прабхупада говорит, если мы не находимся под покровительством Гуру Вайшнав, то в тот же самый момент, в то же самое время мы находимся в опасности. И слово «авеша», оно обозначает как бы быть объятым, подобно объятым огню. И если кто-то, выполняющий роль ачари, он находится под Бхагаватавешем, да, то именно такое влияние, оно трогает сердце. И Адвайта также возвращаемся к тому утверждению, что пришедшие из духовного мира не знают проблем, то есть они, чем они могут помочь. То есть они все находятся в переживании о Пракрита Рас. Но я не говорю о тех расах, которые переживаются в этом мире. Мирские расы — это переживанием мирских рас подобно тому, как тонущий человек захлебывается и, как, водой, в которой тонет. И Адвайта Ачарья рассуждал, что он как спасти, да, как обратить, как связать этих падших джив с высшей апракрита расой. И он не мог этого дать, он чувствовал, что не мог дать это сам. То есть он думал, как призвать Махапрабху. И Шри Гаутамия Тантра, он однажды вычитал одно место, где говорится, что Кришна говорит, я становлюсь полностью зависимым от того, кто предлагает мне воду Ганги и листок тулоси. Он воспользовался этим утверждением и начал аскезу, да, призыв Гауранги. Бхагавана называют Савигья и Сварат. Савигья, то есть исполнен знание и исполнен Сварат независимости. Но также он Бхакта Параяна. Он также
известно, что он зависит от своих преданных. Да, все знают, что Бхагаван независим. Это известный факт. Никто не может контролировать его. Но мы видим, как в лилах Юдиштхира Махарадж по его просьбам, по его повелениям, да, Господь Кришна подчиняется и выполняет их. И, естественно, глупые люди не могут понять этого тонкого момента. Они могут делать разные рассуждения, философствовать по этому поводу, но факт остается фактом, то есть Господь подчиняется своим преданным. Гуру Вайшнавы, если они все время находятся на уровне, даже приходя в этот мир, находятся на своем уровне апракрита бхумика, да, то как, ну, как бы, что нам с того? То есть они в своем мире живут, как мы с ними можем соприкоснуться? Вот. Но Шиладжива Госвами говорит, хотя они не соприкасаются с материальным миром, все-таки они могут контактировать. Возьмем пример садхана сиддхи пуруши, то есть садхака, который, совершая садхану, достигает совершенства. Ну, как бы этот садхака рассуждает, что я был в таком состоянии. Сейчас шумно, не могу все То есть, опять возвращаюсь к вопросу. То есть, каким образом садхана сиддха может стать, многие указывают на недостаток. Человек, будучи бывший, увязшим в этом мире, да, имевший анархи, да, как он может достичь совершенства, да, и позже давать наставления, спасать другим. Шиладжива Госвами отвечает на этот вопрос тем, что во сне мы можем всякого увидеть неблагоприятного, да, там даже может присниться, как там происходит, кого-то мучают, кому-то отрезают голову. Да, ну, это происходит во сне, а сама личность находится как бы, в реальном мире. Обычно пачка Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж давал такое Он говорил, что даже присытиться расами этого материального мира, оно не приводит к бхаджану. То есть до тех пор, пока ачарья, гуру Вайшнав, не покажет своим примером не своим настроением, да, своей бхавой не тронут сердца джив, да, до тех пор это невозможно. Можете, да, повторить Хари Кришна Махамантру. Если это без садху санги, то ничего не получится, то есть пустое повторение. Да. Если хотя бы у дживы просто она совершает оскорбление. Yeah.
делать за одну секунду, если вдруг в сердце жива нет, она не совершила аппаратху, то начисленные миллионы жизней греха, последствия греховных. По милости наших гуру, таких как Шрила Бхактипрамапури Госвами Махараджа, Бхактира Чакшидарда Госвами Махараджа, это может за секунду, в какое-то мгновение, если этот багаж греховных последствий, да, разрушается в одно мгновение. মায়া কাটাবার জন্য কত কোটি জন্ম কাটিয়েছো আর তিলক মালা কেটেছো বলো কত জন্ম কাটিয়েছো তিলক মালা কেটেছো আর গুরুচরণে আশ্রয় অভিনয় করেছো এই মহারাজ বলে কেন Если бы не совершался оскорбление, это было бы правильно, это было бы истинно. Но если мы зададимся вопросом, насколько наше ношение тилаки, насколько наше повторение святого имени, другие практики, свободно от оскорбления, сколько мы рождений, проведенных во грехе, да, как бы, освободились от последствий, скольких миллиардов, миллионов рождений. Опять же, вопрос искренности, вопрос чистоты. Вопрос свободы от оскорблений. Если кто-то... Мы должны ответить этот вопрос честно. Хотим мы совершить баджан или хотим мы имитировать совершение баджан? যদি কোন সোজা বস্তু থাকে পৃথিবীতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোনটা সবচেয়ে সোজা ইমিস বলতে পারেন এত লোক যে এত রক্তপাত করছে আমি তাহলে মহাজনের অনুগত বলবো হরিভজন ছাড়া সোজা কাজ নাই বলেন কি এই তো বলছে হরিভজন সবচেয়ে কঠিন না Да, суть Махараджа в том, что без подлинного следования ачарьям и вайшнавам мы никогда не сможем приблизиться к понятию преданного служения. যে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ প্রাকৃতিক জগতের রজতম গুণে স্থিত জীবগণের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু তারা স্বপ্নেতে Мы никогда не должны даже допускать такой идеи, что гуру и вайшнавы, ачари, что они находятся в каком-то... Мы не можем даже никакой параллели проводить между ними и обычными существами этого мира, те, которые находятся в запутанности гун материальной природы. Хотя внешне это как бы и те находятся в одном положении, да, но те, кто принесли то, что приносит гуру и вайшнавы, স্ত্রী মারা গেছে গেছে ছেলে মারা গেছে কি হলো আবার ছেলে হবে সমাধান দেখি এমন কোন ব্যক্তি দেখাতে পারবে এই জগতের সমাধান দেখাতে পারবে যে আমি এই সংসার করে দেখাবো Нету никакого панацеи для того, чтобы люди хотят решить свои проблемы, кто-то умер, кто-то заболел.
что-то у кого-то не хватает. И, то есть это с точки зрения, с духовной точки зрения, то есть проблемы не решаемы. То есть пока Аджива не становится обращенной, не становится Севанмукха, то никак невозможно решить эти проблемы, повторяются снова и снова. যে কথাটা বলতে গিয়ে স্পেকটাকুলার আমরা অদ্বৈত গোসাইয়ের নাম না বলে থাকতে পারবো না অনন্ত জগতে যত আচার্য আছে যে কোনো জায়গায় সেই সব আচার্যের প্রতিভু সেই সব আচার্যের প্রতিনিধি আমাদের জগতে বিচরণ করছেন তার মূলে রয়েছেন এই অদ্বৈত গোসাই অবদূত গোসাই বৃত্তান্তে আচার্য все гуру, все ачарьи, которые когда-либо проводили проповедническую деятельность, принимали учеников, учили, посвящали на этот путь служения. Как бы корень всех этой силы, этой гуру шакти, в адвайта ачарьи. তাহলে আমাদের হোশ হবে এমনকি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলছেন ইনি গুরু অদ্বৈত আমার গুরু তার চরণ ধরে সে поведение самого Адвайта Ачарьи কাল বললে শেষ করে যাবে না আমি দু একটা পয়েন্ট যেমন আলোচনা করতে চাই то он, хотя бы возьмем, как он сам относился, то есть он считал себя слугой Махапрабху. Трудно перечислить все качества Адвайта Ачарьи, но мы возьмем одно. Он вот так вот, как Махарадж кричал, создавал львиный рык, находясь в том обществе, когда такие известные, великие смарты, брахманы, искушенные в кармаканде, в логике, находились. И когда Адвайта Ачарья своим львиным рыком, он мог очень веско сказать, что это истина, это не истина. И они не могли никто противостоять им. То есть его слово, такое слово, веское слово было. Никто не мог противостоять. Шри Харидас Тхакур однажды сказал Адвайте Ачарье, почему ты мне постоянно оказываешь почтение и кормишь просадом? И однажды, то есть Адвайта Ачарья, как правило, всегда принимал в своем доме Шрила Харидас Тхакура, но тут случилась церемония Шрадхи, и он, Адвайта Ачарья сказал Шрила Харидас Тхакура, я хочу сделать тебя ну, как бы главой этого собрания брахмана. Харидас Тхакур очень забеспокоился, как так, я вообще в обществе никакого положения не занимаю, отвергнутый. И тем не менее, Адвайта Ачарья, он утвердил главенство Шрила Харидас Тхакура в этом собрании всех брахманов Вишну. Дальше Махарадж говорит, что
Адвайтачарья, он обладает качеством Ананта. Ананта Брахманды, Махавишну, который является Мышка Брахман, он не отличен от этого Махавишну. Адвайтачарья, он и то есть это по его воле проявляется материальный мир, что вселенная в буквальном смысле исходит из него. По его велению подчиняется Пракрити. Можно задать вопрос, почему Пракрити? Причем тут Пракрити? Причем тут материальная энергия? И об этом говорится в Шримад-Бхагаватам, когда Шри Вьясадева написал Шримад-Бхагаватам, он получил даршан, когда он увидел даршан Господа, и Майя Деви смущение, да, предлагала свои поклоны. То есть она испытывала стыд, чувство стыда. Она стояла за спиной Господа. Которая является Чхая. Чхая значит та, кто является тенью. Она тень, чит-шакти. Махамая, она является тенью йога-майя, чит-шакти, сварупа-шакти. গৌরকে আবাহন থেকে গৌরাঙ্গ মাতুকে নিশ্চিতে আহ্বান করেছেন নিত্য জগৎ থেকে গৌরবাবু নিজে স্বীকার করেছেন নারার হুঙ্কারে আমি আসতে বাধ্য হয়েছি আমি নারার হুঙ্কারে আসতে বাধ্য হয়েছি আজ যদি গৌরাঙ্গ মাতু না আসতেন সে কথাটা আমরা পরে চিন্তা করব আজ যদি অদ্বৈত ঘোষণ না করতেন না আসতেন তাহলে কি হতো Адвайтачарья был единственным, чей зов Хункар, то есть этот звенный рык, был, услышав, он снизошел в этот мир. Никто не мог. То есть кого бы послушал Господь Гауранга Махапрабху? Вы идете, бежите, стремительно направляетесь в ад. Ваше поведение, ваше мышление, да, ведет вас стремительно в ад. Кто мог, кто был способен, да. И все-таки он сказал себе, Харидас Такура, если я тебя одного накормлю, я накормлю миллиарды брахма. Еще Харидас Такур прославил Адвайта Ачарья. Адвайта Ачарья сказал, нет, ты нам Ачарья. То есть один Ачарья прославлял другого. Знаменитое высказывание, что некоторые в этом мире показывают пример, ачар, но при этом не проповедуют, не учат этому примеру. Кто-то проповедует, но не показывает должного примера. Но ты, Шрила Харидас Такур, ты в равной степени, как являешь пример образцового поведения, также и столь же прилагаешь усилия, чтобы проповедовать такое мышление и поведение. Махарадж просит прощения у всех собравшихся, если кому-то доставить беспокойство.
Сансар синдуттарани идаям ядиша Санкиртам нидраси рамате маноши Пемам будо вихарани джадичитва бити Чайтанна чанда чарани куртан рагам Аддайта чанда чарани куртан рагам Ванчакалпадрусике пасинды бяуча Патитанам павна бурашна бьюрна